Восхождение в святость. Фотовыставка под таким названием открылась в Ивановском областном художественном музее. Она посвящена великой княгине Елизавете Федоровне, свояченице последнего русского царя Николая II. Все фото, представленные на выставке, составляют часть коллекции благотворительного фонда возрождения Николо-Берлюковского монастыря, созданного при мужском монастыре Николо-Берлюковская пустынь. Зачем выставку привезли сюда? Вы знаете, это не первый, конечно, город, который посещает эта выставка. Возим мы это с одной единственной целью, с миссионерской, показать людям, чтобы как можно больше наших соотечественников в разных городах посмотрели на эту семью, задумались о чем-то, как они жили, что они делали. Потому что существует такое как бы представление, что если были великие князья, да, то, возможно, только лишь развлекались, проводили жизнь праздно, это было совсем не так. Великая княгиня создала при своей жизни целую культуру благотворения и столько отдала людям, что перечислить этого нескольких часов не хватит. Организаторы выставки считают главной своей задачей противопоставить потокам клеветы на царскую династию подлинную историю жизни Романовых. Для этого они привезли более сотни снимков великокняжеской семьи. Главная задача этой выставки состоит в том, чтобы познакомить наших земляков, ивановцев, во-первых, с биографиями двух замечательных людей, Елизаветы Федоровны Романовой и ее супруга, великого князя Сергея Александровича. К сожалению, мы сравнительно мало знаем о членах дома Романовых, кроме царя, наверное, и царицы. Но эти люди, ей-богу, достойны внимания. И вторая задача состоит в том, чтобы познакомить ивановцев с такой организацией, как Императорское Русское Православное Палестинское Общество, которые последовательно возглавляли сначала Сергей Александрович, а потом Елизавета Федоровна. Восхождением в святость устроители выставки назвали жизнь княгини после трагической гибели ее супруга во время теракта. Известно, что через 4 года после гибели мужа княгиня облачилась в одежды сестры Милосердия и основала Марфо-Мариинскую обитель, совершала паломничество и в дни Первой мировой войны возглавила десятки учреждений для бедных и сирот в качестве попечителя. Экспозиция дополнена различными экспонатами из фондов художественного музея. Среди них – сестра Милосердия Николая Ярошенко, а также иконы, созданные на рубеже веков, литографии императорских портретов, афиши благотворительных обществ и акций 1914-1916 годов. Большая часть снимков, представленных аудитории, не экспонировалась ранее. Выставка будет открыта до начала августа, чтобы все желающие смогли оценить эти уникальные фото. Анастасия Николаева, Олег Милюхин, РТВ Иваново.